дошло засниматься. Ну что, рекламировала. Сегодня купила я еще виноградный уксус. Хотела такая реклама виноградного уксуса, потому что сейчас думаю, дам рекламу. Знаете, виноградному уксусу туда побегут, весь его раскупят. Как раскупили помидоры и не привезли их сегодня в этот магазинчик смешалок. Ну вот. Так что заснимаю, понимаете? Сейчас я заснимаю такие короткие видео, поскольку, ну, в общем, как-то у меня же есть там различный формат. Творческая студия позитивного мышления, сила позитивной мысли, Татьяна Салмановна Махтум Сайфуддин. С вами я, Татьяна Салмановна Махтум Сайфуддин. У меня есть различный формат. От нескольких секунд позитива с Татьяной Салмановной Махтум Сайфуддин до, там я там 2 часа, и там почти 3 часа, понимаете, вот этого позитива со мной. Я и так не хотела заснимать, думаю, ладно. Потом думала, хорошо, Трон, сегодня у меня перестановочка. Я не поняла, я что, я должна это все опять пересказывать? Что у меня перестановочка, что я там-то была. Дала такая рекламу интернета, дала полезные советы. Не, гайс. Знаете, что вот это вот? Короче. Я вам сказала, да я промолчу. Метафорично, да. Они тогда поняли, когда Татьяна Салмановна надела президентские сапоги и пошла. Тогда они только поняли. Вечеринка. Татьяна Салмановна готовится к арт-вечеринке. Лакжери, ну хорошо, про лакжери лакжери. Только что рассказала. То, что я там загрузила, и Билла Гейтса. Это какой-то там магазин, ну, понимаете, без этих, как называют, без продавцов. Вот, арт-вечеринка. Арт-вечеринка. Про лакжери лайф. Самые дорогие в мире всякие, знаете, самые дорогие десерты, самые дорогие блюда. Часть этих видео я уже загружала на мою страницу ВКонтакте. Татьяна Салмановна через дефис, Махтум Сайфуддин через дефис. Так что вот, еще продумываю такую вот эту вот очень вечеринку. И вот, это видео я как бы сейчас выключаю.